Жители микрорайона Юго-Западный в Засвияжье даже не думали, что однажды утром на улице их будет ждать вода. Улица 154-й стрелковой дивизии оказалась буквально затоплена, а горожане не могли выбраться из подъездов. Все из-за бурного таяния снега, которого здесь скопилось немало. Пост о помощи появился вчера в соцсетях. Сегодня на место выехали представители администрации и управляющая компания. Значит, угрозы подтопления жилых домов на сегодняшний момент нет. Ситуация под контролем. Управляющая компания «Аметист» привлекла 4 единицы техники. Вывозится снег с придомовых территорий. Компания-застройщик также привлекла 2 илососа для осушения проезжей части. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».